Лишь бы так Вариус играл из-за Бинджонга ебучего, чтобы он прошел, блядь. Да потому что они друзья. И так Вариус, сучара, до последнего мурыжил, блядь. Он такой. Пидор, он... Собрались, ребята, собрались. Мне надо было его 5-0 выигрывать, нахуй. Выиграл всего 3-2, бля. Ты прошел дальше? Нет, у одного очка не хватит. Ты очень начало провалил просто. Ну, у меня везде 2-3, 2-3. Да, я, да. Я этому проебал, как вон. Ну, Стинлок там, понятное дело. А у меня вообще, мы больше. Только вдвоем ехали, Грег и я, остальные вообще не ездили. Ну, мы со мной, ой, Грег. Ладно, все, погнали. Грут, давайте, все, ладно, сейчас все будет в порядке. Всем удачи. Ой, сейчас мы покажем, кто тут. Все все поняли. Да, все к утру. Задачу все поняли? Давайте. Да, погнали. Да, да, все понятно. То есть мы встаем сейчас на белую, вы да. Едете первый круг так, а потом мы уже будем развозить. Все, нажимаем. О, они нажали. Чемпионы я мира. Красавчики. Испанцы? Угу. Так. Белые линии это вот. Они поверху. Фактически. Я вижу. Белая линия это сейчас вот. Сейчас встал, блядь. Я на белый сейчас. Я на белый тоже. Так, это кто сейчас поехал вперед? Я сзади, сам сзади. Блять, я за британцами еду. Так, ты где? Ты где сейчас? Лаки. Я пока далеко, но я жду. Я не тороплюсь. Лаки, лаки, лаки. Давай, давай, давай. Вот давай. Я за тобой чуть-чуть. За мной? Ага. Угу. Так. Сильно вижу, не едь. Вижу, вижу, вижу. Блять. Ай, блять. Давай, давай. Давай, все, я вижу, вижу, вижу. Чуть-чуть на за это. За мной? Давай да, за мной. За тобой, да, все. Поехали. Поехали, 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 поехали. Или нет? А, мы же просто сейчас с тобой. Так. Британц. Сука. Сука. Это пизда. Пизда. Ничего-ничего, выстраивайтесь, все в порядке. Это первый спринт. Выстрелили с белой линии? Да, белой да. Линии, да, да, вот едем. Все, будете поддержать, скажите мне. Ага. Попался за блочником. Все, мы здесь. Мы здесь. Сука, в рот кто-то... Нет, нормально. Давай, Лаки. Нормально, объехали. Так. Блядь, британцы еще объехали. Нормально, давай, нормально. Давай, 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 кто сейчас сел я за нами? Сел, давай. Я сел. Гоним? Сел точно? Нет, еще нет. Сука! Все, все, поехали. Давай. Поехали. Все, все, гоню, поехали, гоню, гоню. Поехали. Кто за мной сел? Аквариус, нормально. Я влево, вправо, влево ухожу. Едь долго, едь долго только, Илюх. У меня очень мало сил. Давай, стараюсь. Едь дальше. Еще дальше, не останавливайся, едь. Может уходить. Да, все, я ухожу. Я ушел вправо. Я вижу, что ушел вправо. Но я умер. Ай, блин, ну я пытался. Нет, я просто очень мало сил у меня, потому что я не сэкономился нормально. Понял. Ничего страшного. Будем стараться. Видишь, они поехали другими, второй спринт. Так. Выстроились там, нет? Нет, я пока далеко. Так, мне сейчас впереди вообще. А зачем, Илюх? Вы должны выстраиваться. И экономить силы. Я на белый, но... Я на белый тоже. Так, все, давай. Там, давай, я ходи. На белый. Это я, Илюх. Ой, Лаки, догоняй Илюху. Давай. Илюху догоняй. Я прям чуть-чуть еду. Давай, Лаки, давай. Да, погнал. Поехали. Не знаю, может быть поздно уже, но поехали. Будем учиться. Как будто бы слабо, нахуй. А, Илюха, а сколько ты едешь? Это ты на минимуме едешь? Илюх. Так Илюха поехал просто медленно. У меня полные силы. Так Илюха вылетел куда-то. Илюха вылетел просто. Да. Но его нет. С нами. Ну, он просто нас не повез. У меня full силы, понял?
Да, я же я буду. Подвези меня. Не, давай, 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 чуть-чуть. Давай, давай, садись на белый. Тормошу. Илюха, видимо, вылетел из игры. Сел? Да, да. Давай, нормально. Илюха, видимо, вылетел, поэтому мы не смогли ничего сделать. Мы ехали в full recovery. А мы сели с Лаки, все, ага, все норм. Но Илюха просто вылетел из игры. Разгоняй. Разгоняй. Илюха вылетел, его нету. Рано, по сути. Но чуть-чуть можно разогнать, чуть-чуть. Блядь. Не, это сильно, я заблочился. Сейчас, я тебя догоню. Все, все, спокойненько. Все, поехали. Ладно, ну, Джо ко мне сел просто. За кем ты еще садись? Поехали, 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 все норм. Садись за кем-нибудь, я не вынесу сейчас, не вытяну нахуй. Хорошо, все, тяни, тяни пока. Да, да. Нет. Да не, ну Илюха нас слил, он вылетел из игры. Не знаю, может и не вылетел, но... Вылетел, мне в телеге что пишет. А, в пизду, а я сразу сказал, блядь. Да все было окей, но я ж не знал, что Илюха вылетел, блядь. Но ну, первый спринт проебали, второй мы ехали отлично. Ну, все у нас было окей. Давай втроем там, с Гогой тогда, может, попробуем или что? Давай, попробуйте. Я на белый, но я пока далеко, сейчас разгоняюсь. А, Илюха пришел, но он вылетел из этого. Илюха, если ты слышишь, остановись на белую линию, пробуй. Ну, не в пизду, блядь. Ладно, без Илюхи. Все, поехали. Гога, встать на белую линию. Я, за тобой... я на белый за всеми пока. Блядь, Рома. Я вижу, вижу. Выходи, пожалуйста. Да, я пришел к тебе. Так, я третьим, кто вторым? Я. Так, понял, я сейчас заблочу, если Гога разгонит. Кого блочить, справа, лево, нахуй? Гога ушел в эту сторону зачем-то. Я блочу, давайте, я выйти. Да, Рома ушел зачем-то в сторону и меня бросил. Ну, ты хоть скажи что-нибудь, зачем ты молча уехал. Потому что начало ебаное у нас было. Ну, как можно не разносить, если нас Илюха кинул просто? Тебя надо просто выиграть, и все, ну, давайте как вчера. Последний хуй, финиш, давайте, последний финиш, все хорошо. Развезите меня нормально, на белой линии, пацаны. И у меня, мы можем на десятичку отыграть. Я вот на белый первый. Садитесь, пожалуйста. Давай, Рома, ты гони его. Я тихонько еду, 40% даже нет. А что ты у меня на колесе сидишь, Илюха? Ну, давайте. Рома, Илюха, ладно, пускай блочит, если получится. Давай, 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 на белый, пожалуйста. Я сел, все, поехали. Догоняем, догоняем. Блядь. Догоняем, догоняем. Все, догоняем, отлично. Садись, поехали. Поехали, Лаки, поехали. Супер, супер, поехали. Блядь. Ну так вот, заебись. Все, поехали. Молодцы. Вот, все, вывозим, сейчас все будет. Только меня не бросайте. Давайте. Я этого блочу, урода. Я сел. Таня меня заблочил. Я заблочил, хуя этого. Меня тоже. Да ну. Блядь. Ну, конечно, не выиграем, но... Видишь, как они друг друга. Не, ну втроем 3-4 не вариант. Не, давай продолжать. Чего не продолжать? Давай, давай. Ну, мы играем 3-4, как ты хочешь играть. Причем, что мы первый, второй спринт надеялись на Илюху, и он нас просто слил. Бля, вот сейчас нормально вроде развезлись, но вот, сука, то один больше, то второй. Нас сбили, да. Давай. Короче, я Илюха молча... Ой, Саня, ты сам там свое дело делаешь, к нам... Окей. Не слушай нас. Опа, может, на белый ебашь? Давай, все, собрались на белый. Я сбоку.
Я с тобой. Я чуть зажат. Я за тобой, прям. Так. Я иду. Тоже. Давай за мной садись. Все. Давай, можешь за мной садиться. Я за Гого сижу. Я сажусь. Я сажусь уже. Давай. Все, я сел. Если ебануть перед бритами и заблочить их. Можешь так сделать. Делай, что хочешь. Давай попробуем. Что-то. Ты, кстати, можешь так сделать, да? Только никогда не включаем максимум топ, типа. Опа, нихуя, этого не вышло. У этого тоже. Давай, я 80% оставляю, да? Они сейчас блочат. Нормально, будут. Нормально, заебись. Нихуй, сука! Давай. Какие? На нижнюю садимся. Да нет, давай восстанавливаться. Давай. Да ну догонят. А что? Так у меня сил мало. Как? Что ты говоришь, что у меня много сил? У меня 30% сейчас. Надо где-то выстроиться, попробовать. А на белый, что ли, опять? Давай на белый, за тобой. Я пока тихонько. Ну, чуть быстрее давай. Да, все. А что мы сделали сейчас? Что мы сейчас сделаем, ребят? Сука. Вот урод, блядь, а. Да там нас это тормозило. Нет, нас заблочили. Поехали по синей. Давай вот так, по синей. Рома, ты можешь вести или нет? Да уходи тогда сейчас, после этого желтый уйдет. Блочь сзади нас, чтобы не заблочил хуй. Ну что, поехали чуть быстрее? Может? Давай. Или нормально? Не, это сильно, но. Все, сильно? Поехали. Нормально, едем. Сейчас вот эти хотя бы догоним? Да. Я попробую сохраниться хоть как-то, блядь. Давай, все с ними. Я за ними. Пробуй, но у меня там пиздец. Что ты? А блин, что, у меня желтый 10%. Я буду подвозить хотя бы, братненько. 25 где-то. Молодец. А зачем на самый верх? Можете за мной есть на самый верх. Давайте на белую нашу. Давай на я белую. Белую. Поехали. Нас сейчас заблочит кто-то. Ладно, я сажусь на белую. Кто-то станет на белую? Чуть ниже. Кто там? Рома, чуть ниже, на одну. Еще вот так, поехали. Есть силы немножко подвести? Ну, хотя бы 10. Уходи. Саня повезет. Уйди. Супер, Саня, везешь? Это есть силы какие-то? Да, давай. Все, поехали. Все, кончится. Все, окей. Ничего, нормально. Не, ну, силы какие-то. Я же на подхвате. Почти 50%. Меня сейчас бриты будут блочить, я думаю. Кто за мной вот сел? Да, садись, я подвезу тебя. Давай, садись. Хотя бы подсэкономишься, а то я катаюсь, хули там. Сам по себе что-то. Нормально, все, сидим так тогда, что? Давай, прям за мной так садись. Давай, садитесь за мной. Давай на красный тогда. Давай. Не знаю. Я кончился. Да, но я не знаю, сколько у них сил. Неужели у них так много сил? Давай. Бля, процентов 15-20 тоже пиздец.
Давай. Ой-ой-ой. Кстати, попробовать можно, но, блядь, они рядом, смотри. Они рядом все, сука. Может, заблочь кого-то попробовать хотя бы? Давай, 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 давай. Главное, гап не блочь. Давай. Есть, есть, есть. Хорош, блядь. Так. Но у меня нет силы же, если что. Да там уже уехали, нахуй. Я вот это думаю, да. Хотя бы UK заградить. Так они, я не вижу ни хуя там. Получилось, нет? Не понял, я четвертый или пятый. Так они в три испанца первые места, вы видели? Но это хуй с ним еще. Ну, да, я знаю. Но у британцев слишком много очков в первой гонке. Не, ну скретч мы не провалили точно. Блять, и тут проебали. Вроде заблочили, я хуй его знает. А что, у них Свексон... А, у них Свексон лидер, кстати. Он больше очков набрал. Пиздец. Вроде заблочили, блядь. Да ебаный в рот, нахуй. Не, на самом деле, скретч мы не провалили. Провалили мы point race. Колоссально просто. Ну, ехать втроем... Ладно, если мы изначально знали, что нас трое, блядь. Так... Просто, можно просто без красной поехать, и все. Да не, без красной... Ну, блядь, не знаю. Не, ну, наше время это без разницы, по сути. Вам не круто, типа, если я выиграю, вы займете второе, третье, четвертое место. Это круто. Но может быть хуже просто. Ну да. Нельзя да. Ну, мой совет аккуратно, чтобы меня не обогнали. Очень поздно красная включается, очень поздно. Я думаю, что будет опять мои 130-140. Я надеюсь, я не обогнал. 129 я проехал. Я же говорил, едь медленнее. Не, я сказал, чтобы Саня, не ехал так быстро. Я не молчал. Я вообще как ну проехал сейчас. Блядь. Какого это? Да-да. Ну, видимо, там совсем слить решили. Да, кстати, да, могут ехать вообще спокойно. Кстати, вот от сервера зависит начало расходки красной, походу. Да, да, да. Именно это. Именно раньше надо ее ебашить намного. Ну, ты ж... В меру, да? Ну заебись, хули, блядь, сука, специально нахуй так делает. Самого хуёвого взяли, блядь, интернеточка.
О, гап, хорош. Но... Нет, так они пятый, лидер у них пятый. Баксон пятый. Ну, для нас это хорошо. Они бы... Все, пожалуйста, меня не блочить, и цель с Вексон. С Вексона ходит сейчас на предпоследнем месте. Лаки и князь, пожалуйста, ваша задача. Вы, надеюсь, услышали ее. Пока в конце где-то. Я прям за ним, короче, прицелился, сейчас его хлопать. Сука, иди сюда. Сука. Ну, здесь пока этот... Блядь, меня только не блочит. Кто меня блочит, нахуй? Из своих, блядь. А я оставлю? Да я пытался с Вексона заблочить. Да он знает, он видел мою тактику, он умеет. А я ездил уже нормально. Он топ-4 занимал на одной из чемпионатов мира. А вот хуй знает. Блять, ну, в белом, тут да, у меня что-то? Ебанит-то ебаный в рот. Да, у них два в белом шлепе, короче, хуй знает, кто из них. Аня, вылетел, да? Да, я вылетел. Вот урод, сука. Ебаный. Охуел, блядь. Они как будто сговорились, Питер. Как будто сговорились, сука. Да-да-да. Питеры, блядь. Видел, нет?
Да, да, веду. Сзади, блядь. Как будто один другой меня блочит, а другой меня блочит, сука. Бля, пидорасы ебаные. Вообще охуели нахуй. Так вполне может быть. Один другого уже развозит, походу, у них. Если что, я справа, Лаки. Угу. Это, да. Уже слева. Понял. Гога вылетает, походу. А, нет. Вылетел, да? И вроде все достаточно пиздато. А тут, короче, я упал. Какой поезд пытался облачить? Зачем этот поезд? Нам не нужен. Так это были же не те британцы. Да, он есть. Я вижу, да, что он уже ушел. Лаки, экономимся. Лаки не знает, что такое экономия. Да знаю, блин. Я перестраховался чуть-чуть. Так он... Не, но он же шулит. Все у меня полное. Срок хороший. Ну, супер. Потихоньку. Лаки, тебе нужно заблочить Свекса, иначе нем смысла нет доезжать даже. Где он? Справа. Вот слева два, ё-моё. Перед ним второй... А не передо мной. Нет. Ой-ой. Он пытался заблочить Агап. Да тут нихуя не получается так, блядь. Нормально, ну, конечно, это не так. Как ты хочешь, тут так не работает, нахуй. Не, ну нормально. Не так, но... Тут тебя просто тут... все можно проебать, нахуй. Ну, от того, что ты выиграешь эту гонку, ничего не поменяет. А не видишь, тебе нужно там... пробовать. Мне кажется, уже ничего не поменяется. Последние два круга они едут, лидер у них ходит на спринт, а два остальных, значит, пытаются блочить. С меня будет блочить. Блять, да ну. Да, они меня заблочили. Я тебе говорю, Лаки, ты немножко... А что я здесь делал бы, блядь, вот сейчас? А что ты хотел сделать? Да, я что делал? Я заблочил, чуть не вылетел, и все. Ну, бесполезно. Я бы просто вылетел. Тогда ты просто не ругался бы. Потому что, ну, вылетел, хули, пытался заблочить, и все. Смысл вообще в чем был? Нет, так, Лаки, дело не в этом. Смысл от того, что ты впереди ехал сейчас меня. Сельдерс команда выиграть. Я не должен... ехать впереди. Должен обо мне заботиться. Ладно, ничего страшного. Давай, чикай его. Урод, сука. Блин, на тоненьком. Все, хорошо. Напишешь изи напишешь. Три британца, Свексон и ты. Не, Свексон как раз, это Миру, наверное, не Свексон. Не, Лаки, ты просто... Ты включился сейчас просто в личную гонку. Тут так нельзя было. Ну, надо как минимум, если ты видишь, что я... Если видно, что я отстаю, надо, если нужно, в ноль включаться. Да я думал, что я обойду. Я не знаю. Меня не заблочили в коробку там взяли. У меня сил много было. Да я надеялся, что я вылезу. У меня сил было полно. Пол красный. Я ни разу красный не использовал. Я же до этого нормально проехал. Я сильно, видимо, внутрь залез. Там надо было уходить в бок. Да, конечно. Конечно. Только на первой гонке мы проебали.
Вторую, ну, плюс-минус, там, не сильно критично было. Да. Кстати. А может и нет. Давай, может давай, и нет. Обойдешь. А, сука, не знаю. Обойдешь. Обошел? Да. Они ебать это сделали. Экономься аккуратненько. Все, 1-1. А, 2-1. Сейчас 1 стопудово блочит будет. Только прям, да, за ними не садись, а то он тормознет. Ну, на 50% только, бля. Жди. Тормозди. Кнопка, так куда ты ускоряешь? Торможу. Ну, блядь. А есть же кнопка сразу. Да, кусаться? Вместо сильно зажимаешь. Аккуратненький. А я там не тихо. Я там вырвался один раз вперед. Мы там поверяли с ним. Но... Жди. Все, он пошел. Стой. Давай-ка. Крой, блядь. Сука, ну я пытался как-то Джо туда остался? Сюда сыграть. Это Джо или Сексон? Ну да, пускай теперь хули. Хоть хуй подают, блядь. А что не так? Мы хорошо проехали. Ну так а кто знал, что Илюха вылетел? Мы ж не понимаем этого. Мы едем в поезде, у нас отличный поезд. Подожди, ну смотри, мы проиграли второй спринт, мы просто остановились. Мы потеряли кучу сил, чтобы догонять потом. И когда люди восстанавливались, мы ехали уже на скорости. Мы же бросили. Ты не понимаешь, мы отстали на круг где-то почти. Мы ехали, что я понимал, на где-то вот первый разгон на 200 метров. Второй разгон на 200 метров на этой скорости. И мы не могли понять, что происходит. Ну, Лаки тебе подтвердит. И да, понимаешь, что Илюха вылетел. Причем там не показало в игре, что Илюха вылетел. Да. Что самое интересное. Понимаешь, Ром, а не когда показала. Не, они даже ничего не написали, типа, тебя выкинул за 3 финиша, блядь. Пиздец, они думают, что я специально, типа, вышел, чтобы был рестарт.